В конце октября вы смогли посмотреть замечательную историческую мелодраму под названием «Зови меня мамой». Хотя съемки завершились еще 2 года назад, сериал данный основан на реальных событиях и охватывает несколько десятилетий. Во всех источниках писалось, что первый сезон состоит из 16 серий, но, как оказалось, он будет транслироваться лишь 12 сериями. Вы наверняка с нетерпением ожидаете даты выхода 2 сезона, а именно 13 серии. Но Сергей Пикалов в одном из своих интервью признался, что раскрыл образ Татьяны в полном объеме, и история не подразумевает продолжения.